Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете, скажите, в каком комплексе вы отдохнули и насколько вам понравился отдых в Болгарии? Вообще поделитесь своими впечатлениями. Как у вас прошел отпуск? С какой стороны вы приехали? Россия. Мы с России прилетели, с столицы России, Москвы. Мы очень давно здесь. Уже, наверное, лет 6-7. Но я уже не помню. Ну, тебе нравится в Болгарии? Конечно. Все здорово. Уезжать, наверное, не очень хочется. Там, говорят, прохладно сейчас. Да. Прохладно, да? Ну, в Болгарии очень даже великолепная погода. Да, вот с погодой вам вообще повезло, правильно я понимаю? В Болгарии всегда великолепная погода. А завтра передавали дождь. Великолепное море, великолепный воздух, великолепная еда. Я очень... В Болгарии все великолепно. Приезжайте обязательно сюда, здесь очень много интересного, очень много есть чего посмотреть. А люди, которые отдыхали здесь в первый раз, могут сказать, что это просто потрясающе. Мы сегодня набросали в море кучу монеток для того, чтобы в следующем году оказаться в нашей любимой солнечной Болгарии. Слушайте, здорово. Ну, таких туристов вообще нельзя отпускать домой. Конечно, здорово. Вот мне скажите, вот сами апартаменты, которые проживали, вам все понравилось? Достаточно было уютно? Мне понравилось, честно говоря. Все понравилось? Мне очень нравится. Вообще, все здорово, да? Все здорово, все отлично. Настолько вот комфортабельно, можно посмотреть, это вообще все просто потрясающе. Слушайте, очень уютно и очень удобно. Не просто потрясающе, здесь просто суперско. Тебе вопрос, ты мне скажи, когда вы вернетесь обратно? Как ты думаешь, по твоим планам? Ну, летом, как всегда. А, после школы все-таки, да? Да. Хорошо. Моя мама и бабушка мои были здесь даже зимой. Слушайте, ну вообще здорово. Ну, я так думаю, что вы компанию Евродом 21 посоветуете своим друзьям, знакомым. Обязательно. Да, я посоветую. Спасибо, спасибо вам огромное. Правда, отпускать вас точно не хочется на родину. Но, судя по всему, мы скоро вас ждем обратно. Созвонимся в феврале. Все, спасибо.